Друзья, всем привет! Рад приветствовать на нашем канале «Живая мастерская Вишина». У нас в гостях сегодня Сергей Павлович Жиров и Виталий, его компаньон и друг. Ну, мы тут все друзья, в общем. Так, у нас сегодня на канале тест Elmax. Elmax непростой термички, очередные тесты. Пока ничего не буду говорить, скажем все после тестов. Да, но мы делаем ее для кухни. Да, это термичка, она для кухни. Для горца. Да, вот попробуем пока, что и как порежет, потом уже будем делать выводы. Так, счетчик у нас сброшен, канат намотан. Сергей Павлович лично точил. На 1000. На 1000. Может, больше будет. Так, контрольный нож у нас 230 срезов, ну, как обычно, вот. А, ну, я думаю, что, приступим? Ну, что, конечно. Так, сейчас поболтаем. Там, я боюсь, сейчас довольно слышно будет во время реза. Сейчас. Да, просто вопрос у нас в чем? То есть, немножко тут экспериментировал, Толя, естественно, ну, не мы, а Толя, да. Ну, понятно, что вроде как бы кухня, но если буду очень хорошо резать, да. Да, почему? И самое главное, чтобы рог прошла у нас хорошо. Ты же говоришь, что режет стекло вообще прям. Да, да, она прям получилась. Нам-то больше-то, конечно, не количество резов, нам надо, чтобы еще ударная резкость была по кухне, потому что сиденье-то вообще нулевое. А когда это будет в совокупности, все, будет вообще шикарно. И режет, и держит малые углы, и все остальное. Непонятно, мне что-то это, мне что-то канат не нравится. Как-то это, вязкий какой-то. Может, это из термички такой. Какой-то такой смазанный как будто рез. А хотя точилось очень так жестковато. Да, ты сказал, что как раз как смазываться, ты сказал. Да. Талон. Три с половиной, четыре надо. Десять лучше, это 10 в идеале. Я говорю, 10 в идеале. Так,
Мне сегодня такое агрессивное не показалось, как в тот раз. Ну, чувствуется зерно прям такого хруста. Сюда оно прям, может, уже просто стаканчик. Выдохлось. Подсело. Может, сама связка вот эта вот паста вниз опустилась. Ага. Вверху все будет. Может. Бог, да. Там, на самом деле, да, 10,7 повыше. Так, у нас... А, у тебя не повыше. 400. Пом. Да, высокая концентрация. Да, высокая, не пом. Это еще больше. Звуку? Так, у нас 489 резов, чуть больше 2 талонов. Да, я уже тоже об этом задумался. Еще чтобы сама резала. Да, потому что там что-то нарезал, я не знаю, из-за того, что канат мотает, по-моему, чисто и только не занимает. Это ладно, вот тоже такой. Да. Большой, большой. Толстый. И привод какой-нибудь еще. Вместо руки нажимать ручку. Да, кстати, мы еще сведения сделали побольше, чтобы иметь, ну, максимально прочувствовать. Вот, длину сальных метров. Да. Пол девятого, наверное, я уехал. Все. Нет, еще не все. Мало. 573 реза.
Можете в канате попадать. Вот сейчас опять видишь звук. Попало. Мешает. Все прислушались. Нет, интересно. Нет, я тут слушаю, ладно, я тут там коротко лежу. Не нашел. Нам просто пытаемся понять. Ну что это? Нет, еще чистый срез. Тут еще вопрос в том, что если он даже он отрежет, ты поменьше, да? Самое главное, чтобы он кость поддержал. Хорошо. 708 резов. Это уже больше 3 талонов. Это у нас 690 резов. Это было 3 талона. Да, стандартно режут 3,5, нет? Да. Ну, примерно так сейчас и отрежет. Ну, уже так отрезал почти. Ну, тогда будем смотреть механику, порог и снимать, а дальше. Вот, как бы так термич по времени. Ну, знаешь как? Как будто вышел на какую-то полку, такое ощущение. Потому что вот он, когда этого до конца считает, когда у меня до конца доходит уже, это еще резов 100 и все. А он режет сейчас уже эталон. Вот. Наверное, ну, рядом. Видишь, есть все уже. Ну и все. Здесь вообще, видишь. Здесь с хрустом отвалился. Сейчас от каната. Смотри, сейчас давай. Ну какой-то неравномерный. Давай сейчас его подержу. Он сейчас будет хрустить, резать. Думаешь, где-то я тут это не докручиваю просто.
Ну, нам сколько хватит. Дайте, я думаю, проверить. Да. Нет, просто когда бывает, ты режешь, ну, руками. Я подержу. Когда ты руками режешь, бывает ситуация, когда Блин. Просто, ну, допустим, развалился, как сейчас, да? Угу. Этот мокрый скотч. Угу. Бывает, где-то вот что-то рука соскочила, и ты, ну, натяжку не смог зафиксировать. И там начинается проблема, ну, ты чувствуешь, что, ну, да, все, приехали. Ну, и хватит, попробуем так. Приехали. Да, ты сейчас проходишь, а за тех начинает 793 веса. Подожди, давай протру сначала. Это уже, в принципе, почти. Не почти, а как раз 3,5 уже ровный талон. Слушай, у нас там сейчас тест практически одинаковый, да? Ну, вышли на тот уровень, когда у тебя не талон, и количество резов. Сейчас я вот это отрежу. Так. Вот, сейчас у меня 850 резов. Это лучше. Хрустит лучше, но все равно не дорезает чуть-чуть. Уже не прорезать, прям чуть-чуть. Ну все. Ну, пусть 800 ровно будет. 813 он показывает сейчас. Видишь, отрезал. Нет, ладно. Все уже. Натягивание то дальше будет. И... Итого у нас получилось 820 резов. 803. Сколько талон? 3,5 получается. Чуть больше 3,5. Талон 205, да? А подели, да. Да, сейчас поделю. 820 на 900, ой, на 230. Нам в любом случае. Сколько? Ну да, 3,6. 3,56. Ну, 7,5. Тоже. Сейчас, сейчас механику. Да. Самое главное, чтобы механику. Так, а у меня рог в соседнем кабинете. Кто? Рог. На подъеме вот есть немножко. Прям дубасить будем или что? Я ковыряю очень сейчас. Ну, давай поковыряю. Просто это замин или скол. На месте здесь скольчик. Херач. Ну да, ну мелкий еще. Ну, есть.
счетчики. Можно попробовать отпуск добавить. Ну смотри, если с этой стороны смотреть, получается загибы. Видишь? Здесь загибами, да. Такой загиб с отломом даже. Это хорошо. Это как раз самое оптимальное. Там должен быть, допустим, загиб не больше 15 градусов. Если больше он гнется, это излишне пластичная железка. Если меньше, это хрупкая. То есть надо вот именно смотреть по характеру загиба. Причем ты сверху смотришь, у тебя засветов нету. Да. А сбоку ты видишь. По водочке небольшие. Так, ну и что, принимаем какое решение. Имеет место быть, надо пробовать и сделать какой-то там 2-3 штуки, попробовать посмотреть после сарки, как он будет именно прогиб, и уже им крушить салаты. Все понятно. Ну, количество резов у нас нормальное? Да. Но по поводу того, что вот эта вот полудочка, это все, конечно, тоже хорошо, а у тебя вот эти вот основные ломки, ничего, как все видят? Ну, блин, мне кажется, механик будет чуть лучше. Да. Вот этих микро... Они прямо... И она, мне кажется, мягче просто. Это, мне кажется, она чуть-чуть пожестче получилась. Если даже ее помягче сделать, угу, эту же железку, она и отрежет чуть больше, и будет более пластичная. То есть отпуск добавить, или температуру закалки убавить. При таком. Так что, короче, мужики, экспериментируют. Ничего не остается. Ну, надо всегда двигаться, конечно. Надо всегда что-то пробовать. Вот. Потому что на месте... Ну, что стоит? Ну, сейчас, конечно, за кадром посидим, подумаем. Да, как там дальше быть. Ладно, друзья, на этом видео закончим. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.